Визуально этот сад напоминает сад цветущей сакуры в Японии. Но это не так. Мы сегодня находимся в хозяйстве Biogarden. Это хозяйство стало образцовым в Азербайджане в отрасли агротуризма. Речь идет о богатом садоводческом хозяйстве Biogarden, удаленном от Шикина 4 километра. То самое место, где вы, устав от городского шума гамма, можете провести свое время еще эффективнее. По словам создавшего это 8-гектарное хозяйство Этибара Нуриева, данный проект очень популярен в мире. И очень важно наличие таких садов в Азербайджане. Уже 15 лет мы стремимся расширить это хозяйство, довести его до более активной фазы. Наша цель – познакомить с потенциалом сельского хозяйства Азербайджана и у себя в стране, и за ее пределами. В саду разные сорта фруктовых деревьев, произрастающих как в нашей стране, так и в зарубежных государствах. Какие бы фрукты вы ни искали, все можете найти здесь. И геочайский гранат, и ленкеранский мандарин. Хозяйство Biogarden наподобие азербайджанской карты разделено на регионы. Мы сейчас находимся в регионе Нахчеван. Здесь из 15 сортов алычи можно увидеть знаменитую алычу Джойча. Сад наполнен ароматом цветов, соловьиными трелями. Да, в этом великолепном саду обитают соловьи, и не только они. От осетра до форели. В хозяйстве можно увидеть карпов, сазанов, в том числе декоративных птиц. Фазаны, перепела, павлины. Таким образом, посещающие этот сад любуются здешним великолепием, хорошо отдыхают, близко знакомятся с нашей природой и становятся участниками хозяйства. Могут собирать здешние фрукты и насладиться их вкусом. В саду созданы условия для пикника туристов. Они могут ловить рыбу, приготовить ее и пообедать под деревом. Еще больше туристов из Ближнего Востока, лишенного зеленой природы, какая у Азербайджана. В регионе, наряду с Шеки, своеобразной сельской местности отличаются Гах и Загатала. Примерно через месяц, 2 мая, состоится открытие очередного сезона агротуризма. Вход для местных туристов 5 манат, для иностранных 8 манат. Алиса Амедов, Кемаль Азизгазы, новости АСТВ.